Так, ну, промзона, не знаю, вот в чем прикол играть без XVM. Вот я играю без XVM, ну ладно, пусть будет без XVM, но интереснее же видеть все-таки, с кем ты имеешь дело. Там вот эта тема, там кого фокусить, не фокусить, это очень относительно, зараза, 3LT. Надо сюда, на этот, гляньте, ЛТшку запихали. Со всех сторон он едет, только стреляет во все стороны. Короче, такие же дегенераты, как и на обычных серверах. Ну, я имею в виду здесь, на Европе. Такой, ну как можно было не пропустить ЛТ? Хорошо, хоть пачка тяжей пошла в город. В эти строения. Так, у меня 26 снарядов. Технически это получается на 5 минут боя. Но тут до конца уже сводится преступление. 72. Да. 72 это маловато. Сейчас, сейчас начнем по городу бить. Тигр сейчас свой хп все расплескает, зараза. Ну, конечно, досадно. Там должно было хотя бы 150 быть. При нормальном попадании. Тут так перелетело и все. Это тоже стрёмный какой-то. Сюда как не стрельнешь, так обязательно в эту развалину попадешь перед танком. Ну, где-то рядом. Оглушить уж точно оглушил. Так, а шо по разъезду? Наши 2 ЛТ потеряли. У них только один умер. Тут такое, как будто прямо переезжать. Так, надо быстрее, пока не подъехал Т-шка наш. ТТ. О, теперь бей. Ему, правда, сейчас, наверное, с этого, с балкона напихают. Там ОВЗ сзади. Накрыл, ладно. Но тут тоже должно быть не зазря. По идее, должны мне что-то дать по ассисту, но молчат. Сейчас на дальняк будем туда стрелять. Этого и так застрелят без меня. 4 ствола, они тут его легко отделают. Что? Может, вот так хотя бы. Все, 204, нормально. На этих мелких уровнях хотя бы хоть что-то дайте. Короче, 4,5 секунды время долета. Ну-ка, ну-ка. Он уперся в кого-то, не пойму. Сейчас. Не то чтобы я не угадал, но вообще удивительно, что хотя бы так оглушил его. Ну, на откат ему. Ой. Ой-ой-ой. Видели, да? Как получилось. Я думаю, что он так стал, сволочь. Казалось бы, уже, ну, стрельнул, уходи. Не знаю, или я далеко туда слишком завалил ему, или он остановился. Половим, я никуда не спешу. Ты смотри, на гуслю поставили не вовремя. Ну, я не думаю, что здесь он выживет. Тут уже без меня разберутся, походу. Там, там он на хелкета, надо перевестись. 3,5. Да, елки, взял, остановился, ладно. Там вот Т-28 не такой шустрый. Счет 13-4. Ну, как бы... Как бы что?
там застрелил кого-то без засвета, в смысле без невидно было. Ну давайте этого хоть 1500 могу тут срубить. Есть попадание. Ну вот 800 нормально. 800 отлично. И еще 170. Короче, не знаю, на этих уровнях, наверное, если плюс 2% к отметке, то это, наверное, мастер. Ну, проценты же добавляют за опыт. А тут туда-сюда уже, смотрите, 2500. И, может быть, еще успею. Такой не быстрый бой. Хотя тоже можно назвать турбачом, да, смотрите. 5,5 минут идет. Ой, как он под меня стал. Ну да, 3 с хером. 3,5 суммарка. Вот это уже можно и в первую отметку нафармить. Промзона. Су-8. 992. Ну это так себе. А вот 2600, почти 2700, это уже серьезно. За это-то и мастера дали, да? Нормально. Экипаж, кстати, такой тоже. Ни о чем.